выбирал показать картинку в меню на правую кнопку мыши. Особенно это смешно было на эротических сайтах. Например, там, Маша снимает трусы, там 23 фото, типа, и ты не видишь их. Но ты такой думаешь, так, 23 фото снизу вверх, но наверху она, очевидно, одетая, допустим, да, и, соответственно, она все ниже и ниже должна раздеваться. Открываешь где-то 20-е фото, но, может быть, она там и бывала раздета, иногда эта тёлка, она была настолько стрёмной, что такой, блядь, надо было все-таки сначала посмотреть.